Всех вас приветствую. Большое вам спасибо, что вы решили прийти на нашу тренировку. Я в последнее время получаю очень много писем. Большинство писем очень положительные. Но есть еще и письма, которые очень смешные, что ли. Потому что мы все находимся в американской компании, и пока все только на английском языке. Хотя в будущем это будет переведено и на русский, и будет намного вам всем легче, и проблем с теми проблемами, с которыми вы сталкиваетесь на сегодняшний день, их уже не будет. Но это все в будущем. И я уверен, что это все будет сделано, закончено, наверное, с переводами в первой половине следующего года. Поэтому все будет переведено на русских, и очень много проблем и вопросов отпадет. Но на сегодняшний день я получаю такие вопросы, и очень много трачу времени ненужного. Сегодня утром я открыл свой скайп, в смысле, скайп у меня работал всю ночь. Я просто не сижу перед компьютером, но он у меня часто работает. И вот мне люди пишут. И когда большая группа, и даже если 1% людей, мою электронную почту, и только по почте я буду давать ответы, не по скайпу, а по почте. Сегодня я хочу рассказать опять о нашем маркетинге. Поэтому самое главное в нашем бизнесе, и я подчеркиваю, самое главное для вашего успеха, чтобы вы могли рекрутировать людей, это чтобы вы знали, как работает наш маркетинг. У нас в маркетинге есть кое-какие изменения. Это изменения незначительные и в лучшую сторону. Я вам расскажу об этом. Еще не все закончено 100%. Поэтому над этим еще компания работает. И когда будет запущена фаза номер 3, то тогда все будет готово. У вас у всех будет новый веб-сайт. На каждый проект, на каждый продукт, который будет в компании, у вас будет отдельная веб-сайт. Вы сможете эту веб-сайт рекламировать на интернете и продавать продукты, кроме того, что вы сможете рекрутировать. У вас на веб-сайтах будут клипы. Это Spinfinity Social Profit Pool, это Go Global Profit Pool, это Infinity Wealth Profit Pool. На сегодня запущен только третий вид маркетинга. То есть Infinity Wealth Profit Pool, который имеет структуру матрицы. Но я начну с первого, с Spinfinity. Spinfinity – это тот маркетинг, в котором будут зарабатывать деньги все. Но зарабатывать деньги и зарабатывать деньги – это две разные вещи. Я обратил внимание на то, что, к сожалению, многие из нас слышат в нашей презентации в маркетинге только то, что выгодно им. И они рекламируют людей, когда рекрутируют бизнес, не дают совсем правильную информацию. Поэтому вы должны это знать и понимать правильно. Например, что я имею в виду? В Spinfinity у нас существует 5 видов проплат. $10, $25, $50, $75 и 100. В зависимости, сколько денег вы проплатите, от этого будет зависеть ваш заработок в Spinfinity. Что такое Spinfinity и почему в Spinfinity говорят, что зарабатывают деньги все? Это очень просто. В Spinfinity не имеет значения, кого вы привели и кто привел людей в бизнес. В Spinfinity люди будут зарабатывать все, кто находит в компании. Естественно, это будет зависеть от того, когда вы пришли в бизнес. Spinfinity делается на 3 группы. Фиолетовая, зеленая и голубая. Когда вы пришли в бизнес, например, если человек пришел в бизнес сегодня, и все люди, которые в компании пришли в бизнес после него, то в Spinfinity они будут под ним. И в зависимости, сколько денег этот человек проплатил, от этого будет зависеть, сколько он получит комиссионный. Поэтому фиолетовая группа – это самая маленькая группа. Через 3 дня все, кто был в фиолетовой группе, попадают в зеленую группу. Эта группа уже больше. И еще через 3 дня все попадают из зеленой в голубую группу, которая самая большая. И еще через 3 дня из голубой группы все попадают в фиолетовую,
И так оно будет крутиться каждые 3 дня. Например, если вы пришли в бизнес 1 числа, а следующий отсчет денег идет 4, то все люди, которые пришли в компанию после вас до 4 числа, вы получите какой-то комиссионный. Какую сумму, пока никто не знает. Но я столкнулся с тем, что людям говорят, позвонила мне, написала мне письмо недавно пожилая женщина. Она очень была расстроена, потому что когда ее подписали в бизнес, человек, который ее подписал, сказал ей, если вы проплатите $100, вы заработаете много денег. Единственное, что он не сказал, что в нашем бизнесе надо рекрутировать. И дело в том, что Spinfinity еще не запущено. Spinfinity будет запущено, все должно быть готово, так как нам обещали, во второй половине декабря. Но, кстати, отсчет денег уже пошел с 4 ноября. Поэтому все те люди, которые начали проплачивать с 4 ноября, им уже насчитывают Spinfinity. Вы просто все это увидите только в конце декабря, в конце второй половины декабря. И естественно, так как Spinfinity не запущена, у этой пожилой женщины никого под ней нету. Естественно, она заработала ноль. Поэтому, господа, если к вам приходят люди в бизнес, которые, особенно если это пожилой человек, или такие люди, которые не умеют строить бизнес, они никогда не были в бизнесе, или у них никогда не получалось, не давите их тратить сразу $100. Вы можете человека подписать за $10, потому что это он уже получает квалификацию. У него уже есть место в структуре. И он может потихонечку вместе со всеми нами учиться, тренироваться и строить бизнес. И если этот человек захочет увеличить свою сумму, он это сможет сделать на следующий месяц. Но вот он всегда сможет увеличить. Чтобы не было так, что приходили люди, которые не умеют, не знают, как это делать. Конечно, это не относится ко всем. Когда я пришел в бизнес, и когда у нас была первая проплата, я сразу проплатил $100, потому что у меня группа большая, я строю бизнес. Я не жду ни от кого, ни переливов, ничего. Я строю бизнес свой сам. Поэтому я и привел уже 184 человека лично. Поэтому у меня группа уже почти 40 тысяч дистрибьюторов. С сегодняшнего дня, когда я проверил, у меня было 39 тысяч 200 человек. Потому что я работаю, мы вместе работаем. У нас много людей в группе, которые пришли и проплатили сразу $100. Но еще раз повторю, господа, если к вам пришли люди в группу, и, пожалуйста, не рекрутируйте так, что если человек придет и заработает и заплатит $100, он заработает деньги. Потому что потом вы будете получать только головную боль от этих людей. Когда я рекрутирую людей, я говорю, что если вы придете в бизнес и будете работать, вы заработаете. А сколько вам заплатить в месяц, вы должны сами сделать для себя это решение. Вы должны слушать презентацию и знать все, что для вас, что все, что происходит в нашем маркетинге. Но решение должны вы сделать это сами. И если у кого-то из вас есть какие-то сомнения, ничего страшного, если вы начинаете платить всего, начинаете с $10. Потому что самое главное, у вас будет место в структуре. И вы уже будете квалифицированы. И вы будете видеть, что происходит. Поэтому, господа, наша Spinfinity, да, все будут получать какие-то деньги. Потому что зарабатывать зарабатыванию рознь. Если я говорю, что я зарабатываю деньги, я зарабатываю десятки тысяч долларов в месяц. Для многих это значит, что если они говорят, что они зарабатывают деньги, это может быть $1000, может быть $500, может быть $100. Но это не значит, если вы пришли в бизнес, проплатили $100 и ничего не делаете, и никого не приводите, что вы будете зарабатывать много. Вы что-то заработаете, да, в Spinfinity, ну и только. Spin переводится по-русски «крутиться». Поэтому в Spinfinity, и мы единственная компания, которая имеет такой маркетинг, и в компании этот маркетинг запатентован, поэтому никто нас никогда скопировать не сможет. Конечно, за исключением, если хозяин компании захочет это продать, я имею в виду право на Spinfinity, но пока такое не предвидится.
Поэтому в нашей системе зарабатывать будут все. Я надеюсь, что это понятно. Окей, господа. Следующий вид оплаты – Go Global Profit. О, я извиняюсь, я немножко поспешил. Самое главное, что у нас еще в Spinfinity есть Matching Bonus. И вот здесь будут небольшие изменения. Изменения еще не, как говорится, не finalized. Все будет нам дано, как только компания полностью будет запущена, то нам всем будет дан PowerPoint, где будет проведено и написано шаг за шагом конкретно, что происходит в нашей маркетинге. Значит, на сегодняшний день, как мы разговаривали раньше, все знают, что если у вас есть группы, и, например, вы платите $100 в месяц, и у вас уже под вами группа, вы получаете 20% matching bonus. У нас есть два изменения. Первое изменение – это будет matching bonus теперь от 10% до 20%. И даже человек, который заплатит $10 в месяц, он все равно сможет получать matching bonus от своей организации 5 поколений вниз, в зависимости от того, сколько людей он привел в бизнес. Я вам приведу пример. Это еще не все 100% закончено, но вы будете иметь примерно представление, что это значит. Это делается для того, чтобы люди рекрутировали людей в бизнес. Как только человек проплатил $10, он будет получать matching бонус со своего первого поколения. Для того, чтобы ему получать бонус со второго поколения, он должен привести или одного человека, который проплатит $50, или двух человек, которые проплатят $25 каждый, или пять человек, которые проплатят $10 каждый. И он тогда будет получать с двух поколений. Если он привел человека, если он хочет получать с трех поколений, человек, который проплатил $10 в месяц, значит, у него должно быть в группе лично приглашенных набраться $150 или 150 очков. Это значит, или он может иметь три человека, которые проплатят $50, или один человек, который проплатит 100, а один 50 и так далее и тому подобное. Если у него в группе лично приглашенные есть, которые проплачивают, но это лично приглашенные, $300 в месяц, то есть это может быть три человека, которые проплатили по $100, или, например, 6 человек, которые проплатили 50 и так далее и тому подобное. И он получает 4 поколения matching бонус. И для того, чтобы ему получать со всех 5 поколений, у него должно быть среди его лично приглашенных минимум $500. Это значит, или 5 человек проплатить как платиным, или 10 человек проплатить как за $50, или 20 человек проплатить как $25, или 100 человек проплатить, или в смысле 50 человек проплатить как $10. Я надеюсь, это понятно. Например, если человек пришел в бизнес за $25, то ему нужно просто иметь одного дистрибьютора, который проплатил $25. Поэтому все это будет меньше. У вас у всех будет этот график. Ну, это графа и этот PowerPoint, и вам будет понятнее. Но самое главное, чтобы вы поняли, что теперь даже человек, который заплатил всего лишь $10 в месяц, он сможет получать от 10 до 20% matching бонус со всех 5 поколений, в зависимости от того, сколько людей он привел в бизнес, в зависимости от того, сколько эти люди проплатили за этот месяц. Поэтому теперь эта возможность есть для всех. Пока это еще не работает. Это будет, когда будет работать, нам всем дадут знать. Над этим работает компания. Это делается, еще раз повторю, для того, чтобы люди приходили в бизнес и рекрутировали. Потому что у нас компания сетевого маркетинга. Здесь все зависит от дистрибьюторов, которые рекрутируют или приводят потребителей, кастомеров. Потому что как только будет выпущено для нас всех наши веб-сайты с нашими инструментами, у каждого из вас будет веб-сайт с тем инструментом, который вы хотите рекламировать.
Вы помните, что у нас будет travel, электронный магазин, будет много чего, будут отдельные сайты, сайт-магазин для других продуктов. И когда у вас это появится, тогда и начнет работать эта система, и вы все сможете иметь, кроме дистрибьюторов, просто потребителей. И это тоже будет вам засчитываться. Следующий вид оплаты... О, я извиняюсь, вторая вещь. Это вам понравится. То, что будет следующее новое, сделала компания. Опять-таки, над этим идет разработка. И это все будет запущено, когда начнется, как только у нас появятся веб-сайты с инструментами. В смысле, с продажей продуктов. Это называется Perpetual Fast Start. Это будут каждый дистрибьютор, который рекрутирует, будет получать, это называется Fast Start бонус. Что это значит? За каждого человека, кроме всего остального, вы будете получать определенную сумму денег. Я не знаю еще какую сумму, это все будет сообщено. Вчера просто рассказывали, на чем работает компания, но это уже будет этот бонус. Опять-таки, этот бонус существовать будет для того, чтобы подогревать людей, те, которые строят бизнес, чтобы они от этого получали больше денег, чем те, которые этого не делают. Например, за каждого человека, которого вы приведете в бизнес, вы еще получите отдельный бонус, когда он будет проплачивать свой membership или autoship. Если он проплатил $10, вы получите одну сумму, 25 другую, 50, 75 и 100. Значит, за каждого дистрибьютора вы будете получать еще отдельную оплату в зависимости от того, на какую сумму он подписался. И этот бонус будет не один раз, а каждый месяц. Я не знаю, какая это сумма. Может быть, это будет еще $1, может быть, $2, может быть, 5, может быть, 10. Пока суммы нам еще не сказали. Но компания разрабатывает этот план, над этим идет работа, и оно будет запущено, чтобы каждый человек, если вы привели дистрибьютора, вы будете получать с него комиссионы, экстра, за то, что вы его привели. Кроме всего остального, кроме matching бонус, кроме Spinfinity, кроме матрицы Infinity и кроме Global Pool, за каждого дистрибьютора, которого вы приводите в бизнес, вы еще будете получать определенную сумму денег за то, что вы его привели. И это будет платиться 5 поколений вниз. Во многих компаниях, господа, когда вы приводите дистрибьютора, вы получаете какую-то отдельную сумму. Обычно она платится всего лишь один раз. А потом вы уже получаете получаете деньги со своей структуры. Так вот, у нас это будет делаться, кроме того, что вы будете получать деньги со своей структуры, вы еще будете получать деньги благодаря тому, что вы рекрутируете людей 5 поколений вниз. Это все будет запущено с новыми веб-сайтами, которые появятся скоро с нашими не только инструментами, а с нашим продуктом, чтобы каждый из вас имел возможность использовать эти инструменты, например, на интернете, чтобы к вам могли люди зайти, не в зависимости, где они живут, в какой стране, и купить тот или иной продукт, тот или иной инструмент. Следующий вид оплаты – Go Global Profit Pool. В Go Global Profit Pool каждый из нас будет получать определенные очки. Очки будут равноценны доллару. И каждый раз, когда что-то происходит в наших структурах, если вы привели человека, вы получили какое-то очко. Если человек купил продукт, вы получили очко и так далее и тому подобное. Все, что будет происходить в бизнесе, за все это вы будете получать очки. И эти очки будут идти в Global Profit Pool. И так же, как и в Spinfinity, вы будете получать деньги с этого пула в зависимости, сколько денег вы платите в месяц. И, естественно, в зависимости, какая у вас структура, вы будете получать каждые 3 дня деньги, включительно и matching бонус. С этого пула вы тоже будете получать matching бонус. И последний вид оплаты – это Infinity Wealth Profit Pool. Infinity Wealth Profit Pool – это матрица, которая будет 3, в смысле она уже есть, 3 на 10. У меня многие люди задают вопрос, а как заполняется матрица?
Матрица заполняется слева направо. Каждый человек, который пришел в бизнес и начал рекрутировать дистрибьюторов, они все попадают в его матрицу 3 на 10 и заполняются слева направо. Если вы привели 4 человека, то первые 3 попали к вам на первый левел, на первый уровень, 4-й попал на второй уровень, и он подпал под кого-то из дистрибьюторов, которые находятся у вас на первом уровне. Что считаете, что этому человеку повезло. Или наоборот, вы привели 3 человека, и они попали на третий уровень. Каждый из этих 3 тоже привел по 3 человека. И эти 3 человека попали уже на вашем втором уровне. Поэтому, если вы приводите следующего человека, он уже попадает не на второй, потому что второй уровень заполнен, на 3-й. Слева направо. Поэтому, если человек работает, и он приводит много людей, те обещанные переливы, они к нему не попадут, потому что они будут идти туда, там, где свободное место. То есть к тому человеку, кто ничего не делает. Но, если вы будете ждать, пока к вам сверху придет переливы, это может пройти много времени. У нас есть люди, под которых попали переливы, и уже более 2000 человек под ними находится. Но такое не будет у всех. Потому что переливы еще зависят иногда от того, как вам повезет. Куда вы попали, под какого человека. Потому что если ваш спонсор привел дистрибьютора, который опытный, работает, не ждет никого, и он попал под вас, и он пошел работать и строить структуру, ну считайте, что вам повезло. Ну не надо ждать. Каждый из нас должен работать для того, чтобы строить свой бизнес. Ведь для этого мы пришли в бизнес, чтобы заработать деньги, а не ждать манны с неба. В матрице, не в зависимости, сколько вы платите денег в месяц, вы будете получать от людей, которые находят под вами, даже если вы их не приводили, даже если вы тот человек, кому повезло и попало сверху. Поэтому, если под вам попал переливом человек, который платит $100, а вы платите 10, вы все равно с него получите $2. Поэтому вы будете получать деньги не в зависимости, сколько платите вы, в зависимости, сколько проплачивают люди под вами в вашей группе. И еще раз повторю, матрица заполняется слева направо. Например, у нас есть люди, которые привели человека, и он попал к нему, допустим, на первый уровень. Этот человек привел свою жену. Жена попала уже на ваш второй уровень. Жена привела своего сына. Сын уже попал на 3-й уровень. Сын привел свою подругу. Она попала на 4-й уровень. И все они ждут, пока к ним попадет перелив. Конечно, тот человек, который на 4-м уровне, будет ждать очень долго. Потому что если я работаю, для того, чтобы дошли эти люди до него, у меня должны быть полностью заполнены все мои 4 уровня. Только тогда человек перейдет на следующий уровень, и, может быть, им повезет, что под них попадет перелив. Поэтому переливы еще зависят от того, как люди вашей организации строят эту матрицу. Слева направо. Мне задают много вопросов по матрице. А что будет с теми людьми? У меня место, человек не хочет ничего делать, он уже ушел. Он даже не хочет проплачивать. Как мне убрать это место? Как мне туда кого-то положить? Когда идет проплата в системе, то идет компрессия. Так что это не имеет никакого значения. И рано или поздно этих людей всех из матрицы выкинут. Они пропадут. Естественно, в сетевом маркетинге, как и в любом бизнесе, идет всегда естественный отбор. И много людей уйдут. Вы помните, я вам рассказывал, что в сетевом маркетинге по статистике 97% людей никогда не зарабатывают деньги. И 86% этих людей уходят в первый год. Я уверен, что у нас процент уходящих людей будет намного меньше. Я имею в виду тех людей, которые проплатили. Те, которые не проплатили, это просто мертвые души. Мне звонит человек. Майкл, почему? Что такое? У меня 2000 человек, я заработал $20. Мы зашли к нему в бэк-офис, я ему показываю. У вас не 2000 человек,
у вас 2000 мертвых душ. Это зашли люди, которые открывали 3, 4, 5 разных аккаунтов на одно и то же имя. Потому что ошибки делали, не хотели исправлять, открывали заново, заново, заново. Поэтому большинство людей, которые вы думаете ваши дистрибьюторы, это мертвые души. Естественно, если из них никто не проплатил денег, никто за это не получит. И таких мне вопросов присылают часто. Хорошо, что основная масса людей понимает, как это работает. Поэтому если у вас есть в группе люди, которые не платят, это не люди, это мертвые души. В Infinity вы тоже будете получать matching бонус. Плюс в Infinity вы будете получать matching бонус четвертого поколения. Пока, насколько я знаю, что получать matching бонус с четвертого поколения от людей, которых вы не приводили, вы должны платить $100 в месяц. Но пока это может быть тоже измениться, в зависимости, сколько дистрибьюторов вы привели сами лично. Поэтому пока что я могу единственное сказать, что на сегодняшний день, если вы платите $100 в месяц, и у вас уже на четвертом поколении есть люди, которые зарабатывают, и они пришли через переливы, вы сможете получить matching бонус 20%. Значит, у нас, вы помните, что если вы получите одну звезду, то есть, если вы приведете сами лично 10 дистрибьюторов, и если все они проплатят $100 в месяц, и вы тоже, вы будете, получите одну звезду. Если вы приведете 20 человек, то есть 10 человек еще, которые проплачивают $100 в месяц, вы получите 2 звезды. Если раньше было 10 звезд, то решили сделать 5 звезд. Потому что, сами понимаете, компания смотрит, как люди работают, и человек, который приведет 100 человек, которые будут проплачивать matching bonus $100 в месяц, это, конечно, будет очень большая редкость. Если у меня в группе, например, у меня 2 аккаунта, в одном аккаунте моей жены у меня 40, если я не ошибаюсь, 44 человека, а в моем личном 142. И если у меня 142 человека в моем личном аккаунте, то $100 проплатило только 30. Поэтому платинами стали в моей группе, я имею в виду то, что привел я лично, из 144 человек, в принципе, только 30 человек. Поэтому, сами понимаете, привести 100 людей, чтобы они все проплатили $100, это будет очень тяжело, и это сделают единицы. Поэтому они решили, чтобы люди просто получили больше денег, сделать 5 пулов. То есть у нас будет самое большое, это 5 звезд. Надеюсь, это понятно. Это еще одна небольшая изменение. И вы сами понимаете, когда компания начинает работать, начинает выплачивать, они начинают видеть, что происходит в организации. И иногда это влияет на кое-какие перемены. Но на всяком случае, я считаю, что это перемены в лучшую сторону. Значит, мне пишут люди письма. Майкл, что такое? У меня человек проплатил такого-то числа, деньги не появились. Или у меня человек проплатил, деньги появились, а снять он их не может. Он не появилась кнопка перевести в кошелек. И, честно говоря, я сам сначала запутался. Но теперь, когда я получил информацию, что происходит, я хочу передать ее вам. Я вам приведу такой пример. Сначала, значит, вы помните, что каждый месяц подсчет денег 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28. Все те люди, которые проплатили с 10 ноября по 13. Отсчет денег начинается после 13 числа и заканчивается 16. Но выплата будет 19. Поэтому, если вы проплатили с 10 по 13, вы в своем бэк-офисе 16 числа увидите сумму, а снять вы ее сможете 19. Поэтому, когда вы зарабатываете деньги, вы снять сумму сможете через 6 дней. То есть компания вам всегда будет должна за 3 дня. У меня люди проплатили, но я не получил.
Что такое? Я со всеми этими 100 человек, в каждом в отдельности, позвонил в компанию по скайпу и задал этот вопрос. И оказалось, что никто из этих человек в этот день, в смысле, они проплатили, но деньги у них из банка не ушли. Поэтому, чтобы вы имели это в виду, и заранее меня не беспокоили по таким вопросам, потому что они все получили деньги в результате. Я вам объясню. Покажу один, например, одну ситуацию. Человек мне звонит, у него, почему 16 числа он не увидел деньги, так как у него в группе проплатил 1-12. А помните, я вам говорил, если между 10 ноября и 13 те, кто проплатили, 16 они увидят деньги, а 19 они их смогут снять. 16 он денег не увидел. И когда мы разобрались, оказывается, да, он сделал проплату 12 числа, но его банк на территории СНГ отпустил деньги в нашу компанию, в банк компании Global One, только 14 ноября. И естественно, 16 числа он ничего не увидел, но он увидел 19. И он получит эти деньги 22. Я надеюсь, что это тоже понятно. Теперь еще одну вещь. Если вы считаете, что в вашей группе кто-то проплатил деньги, а вам не заплатили, вы можете это очень легко проверить. Вы просто должны зайти в свой бэк-офис. Прислушайтесь к этому очень внимательно. Вы должны зайти в свой бэк-офис Global One, нажать кнопку, где написано Generations. И вторая сверху Infinity Power Profits. Это вторая сверху. Вы сможете увидеть свою матрицу, где люди проплатили. И вы обратите внимание, если человек проплатил, то с левой стороны будет написана сумма, сколько вы заработали. Например, вам будет написано $2, если человек заплатил как платину. А с правой стороны, если будет тоже стоять $2, значит, вам уже выплатили. Если $2 не стоит, а стоят нули, значит, вам еще за этого человека не проплатили. Значит, вам за него проплатят следующую оплату.